Всем привет, ребят! Сегодня буду на Мерседесе менять диски передние тормозные с колодками. Сейчас поеду за ними, заберу. Отписали мне, что они пришли. Еще, ребят, у нас проходит конкурс. Ссылочку я оставлю внизу. Выигрыш будет у нас держатель для телефона магнитный и силиконовый коврик на торпеду разыгрываться. Но конкурс будет разыгран, когда будут не меньше 500 человек хотя бы в группе. Ссылочку я оставлю в описании здесь. Вот. Там нужно будет подписаться в группу, подписаться в одноклассников в группу и сделать репосты. Вот. Будет розыгрыш до 27.12.2017 года. Определенное число будет выбрано через программу. Так что заходите, ребят, подписывайтесь, ставьте репосты, ставьте классы. Будет много еще каких конкурсов, мы только начинаем развиваться. Будут и розыгрыши, машины и так далее. Вот. Так что, ребят, сейчас я съезжу, заберу запчасти и тогда уже буду все снимать, показывать, как меняются передние диски и колодки на Мерседесе C200-202 кузове. Поехали. Так, ребят, забрали мы запчасти. Вот такой фирмы взяли, Fenix. Колодочки новенькие. Не могу запретить. Но давайте выберем какую-нибудь другую. Хорошо. Более такую, так скажем, для новой волны. Так. Вот в такой коробочке у нас здесь упаковочка. Вот они, колодочки новенькие. И взяли диски тормозные. Гарантийный талон даже какой-то, что-то типа того. Ну вот они, сами диски. Сейчас переоденусь, начнем мы с правой стороны, открутим колесо, подонкратим и будем уже снимать те диски. Они еще в принципе более-менее диски, как бы я не скажу, что им пипец, но с левой стороны уже там диску надо менять по-любому. Сейчас снимем колесо, дальше буду снимать. Так, сняли колесо, вот он у меня диск, на нем вот такие вот сколы уже на этом диске. Вот, сейчас мы будем снимать, откручивать вот эти вот болты сверху, снизу, и будем откидывать его, откручивать. Также будем снимать вот здесь. Вот, раз болт. И там снизу два болта. И будем его уже скидывать. Ну и также диск. Ну, вся грязь стекает, блин. Сейчас снимем, ребят. Покажу далее. Так, ребят, сняли мы суппорт. Вот он. Вот с этой. Его вытаскиваешь с колодки. Вот он такой у нас. Потом обратно также его втыкаешь. Вот. Сейчас снимаем вот эту до конца. Я здесь уже здесь. Тут промазан. Меняли, значит. Здесь у нас гайка. Я ее тоже уже сорвал. Сорвались довольно легко. Значит, уже, в принципе, меняли.
и быстренько еще в новость. Россиянин украл и сдал в утиль еще горячий кузов сгоревшего авто. Да. В полицию обратился 27-летний калининградец, и что его украли кузов сгоревшего автомобиля. Он тоже промазанный. Потерпевших произошло буквально через 20 минут, что пожарные потерпели на ладно. Вот. Полиция нашла злоумышленника. Сняли. И сейчас будем снимать сам диск уже. Потом будем ставить новость. Сейчас как снимем, сниму, покажу. Так, открутили мы шестигранником здесь. И все. Снимаем диск. Все. Не скажу, что он такой, в принципе, плохой. Небольшая выработка-то есть. Но раз купили, значит, надо менять все. Люфта никакого нету. Все крутится, все ровно. Подвеска тоже нормально, ее меняли. Вот так вот сообщили, да. А погода в Москве определяет противостояние антициклона и циклона, идущего в Западной Европе в восточном направлении. Как трейлер, значит. Ну вот. Сейчас мы обратно поршень забьем, почистим его. Там всякой хрени дофига. Поршень обратно вдавим и будем вешать новый диск, новые колодки. Вот у нас новый диск. Будет небольшой снег, не станет в понедельник, в среду, со второй половины четверга и в пятницу он сменится мокрым снегом. И ждем время для сугробов. И еще не настало. Антициклонная погода препятствует образованию осадков. Вот он. Так, поставили мы одну сторону, новый диск, новые колодочки. Вот они стоят у нас. Здесь, вот он у нас, вот сюда втыкаешь, вот он, проводочек вот этот. Тут специально есть такой паз в колодку. И потом обратно накидываешь. Здесь снимаешь, потому что, когда снимаешь суппорт, не хватает длины его. Вот отсюда его отщелкиваешь и все. И обратно потом также. Ну, в принципе, одна сторона все. Сейчас буду другую снимать. Буду делать. Сниму, покажу. Так, сделали мы правую сторону. Сейчас начинаем донкратить левую. Будем также менять диск тормозной. Вот. Сейчас будем откручивать. Так, ребята, делаем то же самое. Откручиваем вот эти две гайки тут и снизу, вот здесь. Ой, болты. Два болта. И вытаскиваем. Вот она вот здесь вот вставляется, вот так. Вот сюда. Ее также отсюда вытаскиваем. Отводим. Шланг вот этот, который вот он будет не давать. Если он будет так же стоять, он не даст снять суппорт. Потому что не хватит. Также его здесь отщелкиваем. Здесь специально такой короб типа стоит пластиковый. Куда вставляет шланчик. И снимаем. Также можно, в принципе, молоточком подбить, если он не будет сниматься. Сейчас снимем. Так, сняли мы суппорт, колодки. Вот они у нас какие колодки. Их, можно сказать, нету. Из-за этого у меня бил руль и тянуло влево. Вот как раз, скорее всего, из-за этого диска. Вообще колодки нет, пустая. Что с левой стороны, что с правой. Ну и также диск. Тоже вот эти вот у него непонятные точечки. Подшипники здесь тоже мененные. Вот он крутит, ничего не шуршит, легко все. Вот сейчас мы будем откручивать игранником. Вот.
Так, сняли мы. Вот, достали новый диск. Сейчас будем ставить. В принципе, проблем нету. Подшипник здесь мы меняли. Он все хорошо, ничего он не шумит. Крутится нормально. Вот. Также мы меняли рычаги вот эти, пружины. Ну, полностью подвеску тоже все делали. Все вроде в хорошем состоянии. Ничего гнилого нету. Вот, сейчас установим диск. Задний мы тоже меняли диски. Осталось вот передний поменять. Сейчас мы поменяем. Перекурим, поменяем. Далее. Так, собираем мы обратно. Поставили новый диск. Поставили гайку. Ой, болт шестигранки здесь. Вот. Сейчас ставим, будем обратно суппорт. Сжали его. Суппорт. Ходит нормально туда-сюда. Сейчас поставим вот эту сначала на два болта. Один у нас вот он здесь, другой снизу вот этот подставим. И также будем суппорт обратно собирать. Все собираем в обратном порядке. Ну да. Так, ребят, не работал у меня свет в багажнике при открывании багажника. Здесь вот эта кнопочка. Теперь сделал. Причина была, вот здесь провода находятся. Вот. И когда отпускаешь багажник, они пережимаются вот здесь. Вот этот тут три коричневого, один синий с красным. Вот. И вот у меня получается коричневый с белым. Это вот он идет на лампочку. И вот этот коричневый минус получается. Они у меня были перебиты. Я их сделал. Ну, разрезал, заново спаял. Заизолировал. Все, теперь лампочка заработала. Также не работала вот здесь. Подсветка заднего номера не работала. Не стал я откручивать вот эту вот пластмасску. Снял вот замок багажника. Пистончики вот этот раз, два. И с этой стороны также раз, два. Нажимаешь на кнопку, снимаешь обшивку, за обшивкой стоят, вот к ним можно подлезть, к этим лампочкам. Они меня просто перегорели. Вот. Сейчас все сделал, все горит, сейчас покажу. Включу габариты. Вот. Все работает, горит. Поставлю беленький, беленьких не было сейчас на данный момент. Потом поставлю. Вот, все светится, все горит по электрике. Все сделано. Диски поменяли. В торпеде тоже у меня не горела торпеда. С правой стороны тахометра не горело. Поставил новые туда лампочки. Теперь все горит. Хочу поставить синенькие. Буду ставить. Предохранители все тоже целые. Все поменял. Поставил новые и так далее. Все, ребят, на сегодня все. Так, ребят, ну все, сделали мы тормоза, поставили новые диски, новые колодки. С правой стороны лучше был диск с колодками, а вот с левой стороны диск вообще... Они, короче, их вообще почти не было колодок. Ну, на этом все. Смотрите, ребят, дальше. Скоро будем продолжать проект про баги. Пока стоит она на улице. В снегу вся. Вот. Потом продолжим. Просто были машинки здесь, делали, чинились, поэтому выгоняли. Про конкурс ссылка будет внизу. Смотрите дальше. Всем пока. Dropping motherfucking bombs.